Всем привет, добро пожаловать на видео о магическом сервере Minecraft. Нам с другом поднадоела тяжелая реальность других серверов, поэтому мы решили окунуться в магию. Неизвестный аспект, но его там еще довольно много. Сейчас я посмотрю. Да, в принципе, его довольно много. Я не буду его использовать, потому что ты его победил, он твой. Спасибо. Ну что, погнали. Я готовчик. Я тоже готовчик. Ты выбросил его на землю. Кого выбросил? Ранец. Нет. Это... Я его в сундук положил. Как он там оказался? Пиздун. Я серьезно, я не хочу... Вот это лаги. Пиздун. Короче, погнали. Все, Вова, я на тебя обиделся. Знаешь, как я тебя буду называть? Себя? Тебя. Как? Вову Намикон. Почему это? Не знаю. Прик. А какого хрена мы здесь? Где это мы? Пизде мира. Погнали вверх по течению. Нам нужно найти башню Архимага. Башня Архимага находится... Пизде мира. Идем за мной. Ты ведешь меня в пизду мира? Да. Ну пошли. Ты зайдешь первым. Нам нужно чуток дерева. Не рубай деревья. Нам нужно чуток дерева. Это природа, дурак. Лучше убить человека, чем убить дерево. Я гринписовец. Он срубил деревья, рубил, ребята, ебашьте в него. Почему здесь нету энтов, которые сейчас восстанут и отпиздят тебя? Потому что они давно вымерли, их вырубили такие люди, как я. А, я вырублю тебя. Ща. Ой, железный меч. Что? Не блещешь энтузиазмом теперь? Уканул немного так, а? А тебе... Не нужно, не нужно. Ты меня сейчас грохнешь. Я тебя еще не убил. Не трогай дерево, иначе я тебя убью. Хорошо, все, не буду трогать деревья. Все. Ничего ты не горишь, все нормально. Хочешь ты погореть? Не, не хочу, спасибо. Ты что, у нас горячий восточный парень, тебе лава ни почем? На самом деле это не так. Почему? Я уже вижу башню Архимага. Мне страшно. Прыгать не? Осторожно. Все, идем. Спустя 30 минут после бессмысленных поисков башни Архимага. И знаешь, что мне интересно? Что? Идем в зал древних. Это что? Зал древних рыцарей. Их броня должна быть самой лучшей. Одной из самых лучших в этой модификации. Модификации? В моде в этом. Тут на моей карте только 3 зала древних. Это многовато. Многовато? Да, они должны быть редкими. Зато башню Архимага я не вижу вообще. Да хрена тебе так сильно эта башня. Архимага. В ней проще просто добывать. Еще в ней мои любимые двери. Что? Еще в ней мои любимые двери. Да. Что ж, мы на месте. Где-то здесь должен быть зал древних. Мы можем кого-то здесь встретить? Кого-то? Да. Можем всяких врагов встретить. Почему их нет, я не могу понять. Кого нет? Врагов все. Могут скоро появиться. Я нашел зал древних. Вот они. Ты меня сейчас потеряешь, а потом хрен найдешь. Идем. Ох ты ж черт. Поехали. Ёпта, там скелет. Прям. Да ёпта. Ау! Иди сюда, сочёныш. Ты где? О, неплохо. Пойдем. Железо, редстоун, порох, свечка.
Да я про лучник просто. Сломать? Спаунер? Да. Меня сейчас убьют. Ты его сломал. Ты же сказал сломать. Дай мне покушать. Покушать бери тортики. А я вызову. О, это идеально. Алтарь. Твою мать, хватит с этим бредом. Дай мне покушать. Я нашел вход в зал древних. Его уже открыли, правда. Дай покушать. Я тебе в сундук положил. Спасибо. Запутан зал древних. Что мы там забыли? Тебе понравится здесь. Осторожно, у меня есть свечка. Вот здесь идеальный алтарь. Смотри, смотри. Я уже вижу то, что тот, кто здесь был, он неопытный. Знаешь почему? Идем за мной. Тут есть вот такие вот тайники. Бери все скорее, там динамит! Бежим дальше! Какого хрена это было? Это Десу? Нет, это ловушка. Тебе нужен меч? Я возьму тебе меч. Я сразу увидел красный ободок там. Да? Почему ты меня не предупредил? Вот я в сундук положил тебе стрелы. Я просто удивился. Пошли. Тут еще много таких может быть. Смотри внимательно. Там нет этого. Что это? Так. Металл древних, металл, палки. У меня лук есть. Отлично. А вот комната с боссом. Ее уже ограбили. Что такое? Еще. Сейчас. Перышки. Что такое? Что такое? Это защита. Это защитный блок деактивированный. А это? Это комната с боссом. Это гробы. Что? Это гробы, что ты делаешь? Я знаю. В них можно найти королевский металл. Ты открываешь склепы. Я знаю. Нельзя же. Ты смотрел фильм «Расхитители гробниц»? Видел, да. Помнишь, что с ними случилось? Да, помню. Подожди, он так называется, верно, да? Да, по-моему, да. Там, где они в психушке остались. Да. И как тебе? Мне понравилось. Что такое? Обсидиан? Почему здесь обсидиан? Почему здесь обсидиан такой толстый? Так, чтоб такие, так, как мы не лезли. Еще одна гробница древних, она целая. Бежим нахер! Сука, готовь лук. Нам их убить нужно, это самый сильный металл в игре. Ты сейчас хочешь это сделать? Да, у тебя лук. Откуда? Сейчас. Я вижу, как они там летают. Сейчас мы их убьем всех. Никто не выйдет отсюда живой. Знаешь, не открывай. Знаешь, что это мне напоминает? Что? Помнишь, в «Властелине колец» в первой части они попали в пещеру, в гробницу барина, или как там его зовут? Нет. Какого-то там чувака, одного из гномов.
И в эту гробницу, короче, понеслась огромная толпа орков. И вот что? То же самое, помнишь? Я не помню такого. Они там все. Используй лук. Твою мать. Ебать, как я страшно. Ебать, сколько их там. Ой-ой-ой. Получи, сука. Чё, охренел ты? А, я убил его. Я их убиваю. Красава, убивай. Только сам не сдохни. Home set. Чё, охренел ты? Ты, сука. А, тебе ебать ты. А тебе? О. Где? А? Сосалите? Да. Топоры полетели. Ты видел? Дай мне какой-нибудь лук. Я оставил там лук. В смысле оставил? Ну старый лук оставил там, смотри как, когда взял новый. Почему я здесь все бросил? Что они такие? Ох, если они тебе дадут опять топоры, я умру. Дай мне лук, я попробую их сам. Все уже нормально, я отрегенился. Нихера ж себе. Извини, кажется, по тебе ударил. Топоры, топоры! Три сердца. Дай мне лук, я постреляю в них. Три сердца из 12, на. Дай мне стрел тоже чуток. Всего 2. Черт. Топоры полетели? Да. Убил. Сука. Да как так? Сука. Я понять не могу, как так? Я просто понять не могу. Великое оружие фантомов. Ну так я сейчас захочу тоже посмотреть. Зачем ты пошел внутрь? Я думал, я убью, я думал, я сильный. Мама. Я тебе скажу координаты, беги ко мне. Ты издеваешься, я не набегу. Добежишь, все нормально. Я домой, короче. Неси это все домой. Мне нет места. В этом проблема. А, я как выгляжу классно. Только у меня глаза это закрывает чуть-чуть. И у меня королевский меч, королевский топор, королевская кишка. Иди в жопу. Я не унесу все. Мне нужна твоя помощь здесь. Окей, сделаем по-другому, знаешь как? Как? Иди на спаун, напиши там сетхом. Я так и сделал. О, я тебе вещи отдам. Да. А я тебе не скажу координаты нашего нового дома. Так плохо. А? Это плохо так делать. Давай, короче. Я грифер. Спаун. В общем, видишь меня? Давай. Бери. Это моё! Я за тебя. Скажи, я поэпичнее выгляжу. Потому что у тебя глаза на правильном месте. Мы наткнулись на джетпок. На джет... Блин. На джекпот. Джекбок. Джетпок. Джетчпок. Да. Черт. Тут спавнер раков, которые они дропают осколки королевского металла. Полезные раки. Тут 2 спавнера. Круто.